Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим пусковые провода, они же провода прикуривания, компании Lavita, моделька LA193-800. В комплекте идет два провода, каждый имеет длину 4 метра, рассчитан на пропускную способность 800 ампер. Размер кабеля, толщина 13 мм. И рассчитан для эксплуатации в пределах от минус 20 до плюс 50 градусов. Провода идут в тряпчатом чехле, что удобно будет для их транспортировки и хранения. Также есть сзади инструкция по эксплуатации и также меры предосторожности, которые обязательно нужно придерживаться. На каждом конце провода находятся крокодилы. Крокодилы имеют тугой ход, в то же время имеют хорошую прижимную способность. Материал, из которого выполнен кабель, это медь. Обязательно при выборе проводов прикуривания обращайте внимание, каким образом крепятся данные провода к крокодилам, чтобы избежать нежелательного какого-то отсоединения. Потому что не очень приятно во время спешки и заряда аккумулятора прикуривания у вас в одной руке останется голый провод, с другой стороны неподключенный крокодил. Также есть резиновые ручки для удобства одевания. И также хочу отметить, что данные провода подойдут на абсолютно любой размер клемм.